вами Лена Гав. И сегодня у нас очередная посылочка. Я думаю, что это орхидея. Без вариантов. Да. Ты уже видишь? Вика. Это она на воробушка, на птичек. Ой, цветашка почти. Наконец-то у меня есть белая орхидея. Наконец-то. И она не просто белая. Она с оранжевой серединкой. Ставь сюда. Эту орхидеюшку я взяла по оценке, потому что, я так понимаю, она отцветает. Это Дарвин. По крайней мере, очень похож на Дарвина. А Дарвина я очень давно хотела. Не хотела просто обычно белую орхидею. Я хотела с оранжевой серединкой. Спасибо Алине за распаковочку. Очень красивая губа, яркая, ярко-оранжевая. Я давно хотела Дарвин, очень за ним давно гонялась, и наконец-то я ее нашла. Хоть по оценочке, но все равно я рада, потому что само растение крепкое, листики хорошие и корни очень хорошие, потому что я уже смотрела фотографии. Сейчас я распакую дальше горшочки, посмотрим. Вот такая вот красотка. Вот такие вот у нее корешки. Сидит она в смеси коры, кока-чипсов и торфа. Один раз цвела, обрезали цветонос. Как для оценки, я вам хочу сказать, мне листик не нравится. Ну, в общем, как для оценки, я вам хочу сказать, еще более-менее растение в нормальном состоянии, нормальные корни, очень хорошие, я бы сказала, корни. Вот, листики. Ну, цветочки уже она... Давно цветет и перецветает. Такая вот орхидеюшка. Наконец-то у меня будет белый цвет. Нет, у меня, конечно, есть белый цвет в коллекции, но они пока что не цветут. Это Анорати, Стюартиана. Вот. А вот такого вот крупноцвета нет. Я очень люблю крупноцветковые орхидеи. Ну, тут где-то, наверное, сантиметров цветочек. Сейчас я скажу, 10-8. Да, цветочек 8 сантиметров. Этот цветочек. 8,5-9. Закрученный листик. Немножко ее разболтала, но ничего.